Вот наши товарищи, там, например, там сидят, вот здесь вот в клетке, их арестовали, вот, везде все закрыто, все завязано, товарищам не дают выходить. А кто не дает выходить? Вот, как это? Подождите, подождите секундочку, а начнем с того, что это ваша территория или все-таки территория домов? Они здесь живут. Здесь живут? Где вот живут, вот, какая разница? Они здесь гуляют, например, вот эта вот мама. Здесь проводятся строительные работы. Какие строительные работы на территории ОПТ, скажите мне? Шаблонные ОПТ. Это не шаблонная. Это особо охраняемая природная территория. Все шаблонное. Потому что другого я не слышал. Так поймите правильно, ну покажите все нормальные документы и все. А у вас вы показываете документы? Какие хотите документы? Нормальные документы, проект. Да, как бы общий проект. Да, это самое, на разрешение ДПОС, на неизыскательские работы. Так, подождите, потому что ДПОС отвечает за эти территории. Ладно, почему вот из ДПОС никто не приходит, нас не запрещает? Да потому что они... Они что? Что они? Я промолчу. У них есть один единый, что у вас у ДКРа, ну, который у вас нанял. Да, что у ДПОСа есть один хозяин. Один хозяин. Я вам еще раз говорю, есть один хозяин на два противоборчиков организации. Почему этот хозяин или его представитель не приходит сюда? А потому что он хочет здесь сделать благоустройство, а ДПОС ничего сказать против не может, потому что она тоже принадлежит ему. Вы сейчас сами на свой вопрос и ответили. Вот я вам ответил, а поэтому есть граждане. Не жители, а граждане. Это две разных вещи. Которые приезжают, я не знаю откуда. Жители, жителям все пофигу. Они сидят вон там дома и пьют чай. А граждане отстаивают свои позиции.